Слушай, наверное, по мосту-то, наверное, не пойдем. Мост совсем. Да есть тропа такая, смотри, хорошая. А? Мостик, конечно, привлекательный, ничего не могу сказать, но. Ну тропа, ну она что-то вообще, она все ведет и ведет и ведет, какую-то бесконечность какую-то. Я чувствую, уже нам дома нам не светят вообще, но только лес. Вообще туда обратно? Блин, туда уже идти тоже вроде неохота. Пойдем по этой тропе. Ну пойдем по этой тропе. Обогнем вот этот вот выступ, уступ. Здесь какие-то сказки братьев Гримм. Лес такой не самый веселый. Ну, здесь что-то, кувшинки расцветут летом. Будет повеселее. Ну, дедушка. Отвел нас от своей улицы. Понимаешь? Идите, говорит, только не по улице. Ну, сложно сказать. Не знаю. Там такие, знаешь, голожопиков сколько бродит. Богатых. Видишь, солнце-то уже. Я не думал, что в Токсово такие леса могут быть. Я думал, тут одни дома. Чертов старец. Леший, точно. Да, блин. Так машина-то уже к миру стоит. Еще до машины надо дойти. Так вот я и говорю, что вот эту вот хинею смотреть. Ну мы уже отошли прилично, ты понимаешь, что уже нет смысла идти назад. Я вообще рассчитываю, что вот поворот какой-то будет, мы на гору поднимемся, и там что-то произойдет с нами хорошего. Или тропа кончится, или еще что-то. Вот это что такое за площадка, да, казалось бы? Посмотри. Ну да. Непонятно, к чему она. Вообще, как образовалась. Вот метки твои любимые. Фух. Мы сейчас выйдем, пойдем сразу к этому, к замку. Пошел нафиг со своей улицей. Мы идем на солнце, да? Мы же приехали, а нам в лицо светило. Эти дома стояли, замок. Вон там какая лощина, смотри. Смотри, какая глубокая. Перепад высот какой здесь.
О, дом какой-то стоит. О, смотри, какое здание. Интересно такое, но тоже такой в стиле там барна. Не совсем барн, но... Видишь, крышу сделали с профлиста. Забор. Mm-hmm. Сейчас так многие делают. Пойдем посмотрим, это мне интересно. Казалось бы, дом не дешевый, да, но вот кровля такая. Ага. Вот интересно. Тут что-то еще строят. Есть там? Собаки. Люди. Ага. Старые досочки, новый дом. И прекрасный. Смотри, как интересно сделан, да? Терраса. Так, ну что, а вон те какие-то дома, давай обойдем вот так вот. Смотри, здесь какая тропка-то блатная у них, да? Угу. Такие корешки отполированные, такая широкая. Смотри, здесь черничник у них, да? Все условия для прекрасной жизни созданы. Ну, здесь такая элитная, да, деревня? Да, даже тропа элитная. Так, ну так как-то мы опять... На выходе из 100 евро не просим. Такая. Непонятно. Опять куда тропа ведет. Угу. Это обходняк. Ну, тропа широкая, одно радует. Ну, да. Только мы опять от домов удаляемся. Да, для великов. Да, блин. Какой-то вон здоровенный дом. Там решетка, да, идет? Забор, сетка. Ну, дед. М? Ну и сволочь. Втравил. Говорит, здесь так лучше. Здесь, говорит, все, говорит, гуляют. Говорит, парни, говорит, даже не думайте. О, смотри, какой там пропасть внизу какая. Охренеть можно. Посмотри. О, причем тут вообще туда. Вниз-вниз. Мы смотрели на шестой, сейчас выйдем. У нас машина вообще на место где стоит. Все заборы, заборы.